25 мая Десногорск принимал фестивальный тур военной песни. В Центре культуры и молодежной политики выступили коллективы профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции и именитые московские артисты. В честь 76-й годовщины победы над фашизмом концерн «Росэнергоатом» и Межрегиональная общественная организация ветеранов подготовили для атомных городов подарок. Тематический концертный тур под названием «Никто не забыт, ничто не забыто». Десногорск стал третьим городом, где организаторы мероприятия представили подготовленную программу. Земной шар, символ эстафеты, от Балакова принял заместитель директора Смоленской атомной электростанции Анатолий Терлецкий. Почему земной шар? Потому что наши воины освободили весь земной шар от нацизма и подарили нам жизнь. Время, которое здесь показывает, 20 часов 22 минуты, это время, когда закончилась Великая Отечественная война. В концертном зале выступили ветераны промышленной отрасли, молодежные творческие коллективы Смоленской атомной электростанции и артисты Москонцерта. Среди них музыкальный педагог, лауреат международных конкурсов Василий Овсянников, чей баритон был назван Владимиром Путиным державным голосом России. Города-атомщики должны были увидеть фестиваль еще год назад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне и 75-летия атомной отрасли. Из-за пандемии тур пришлось отложить, но полностью отказаться от него организаторы не смогли. Это дань победе в Великой Отечественной войне, дань нашим ветеранам, те, которые еще живы, слава Богу. И это еще раз подчеркнуть, это как бы патриотическое воспитание молодежи, еще раз подчеркнуть для молодежи, что для нас победа Великой Отечественной войны – это святое. Межрегиональная общественная организация ветеранов проводит и другие творческие встречи, объединяющие артистов разных поколений. Выступления ветеранов, их энергия на сцене доказывают, что самореализация и яркая творческая деятельность возможны и в преклонном возрасте. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.